Делюсь рецептом очень вкусного горчичного масла. Его можно мазать на хлеб, подавать с отварным картофелем или добавлять в гречку. Горчичное масло получается пикантным, ароматным и нежным. Подробнее, как приготовить горчичное масло, я расскажу ниже. Масло должно быть комнатной температуры, его можно взбить миксером, тогда оно получится более воздушным по текстуре. По желанию можно добавить немного лимонного сока и цедры. Готовится масло очень просто, поэтому рекомендую попробовать. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Петрушку мелко порубите ножом. Чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты соедините вместе и разомните вилкой до однородной массы. Вкусняшки, подписавшимся. Горчичное масло готово, приятного аппетита. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Нам понадобится сливочное масло, 180 грамм, или маргарин, дижонская горчица, 2 чайных ложки, зернистая горчица, 2 чайных ложки, чеснок, 1-2 зубчика, петрушка, по вкусу, соль, по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 6-8. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем добра, заходите еще.